Здравствуйте! В эфире еженедельные новости «Смоленская АЭС». В студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите в сегодняшнем выпуске. «Смоленская АЭС» успешно прошла целевую проверку Ростехнадзора. Реализация программы «Мой любимый город 2019». Открытие фотовыставки «Город молодости нашей». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 26 энергоблоков, в ремонте 10 энергоблоков. Суммарная мощность 22 304 мегаватта. Суммарная выработка 129 941,75 миллионов киловатт-часов, что составляет 101,3% к заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первые и третьи энергоблоки нагрузка суммарная 2054 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Значит, второй блок 64-е сутки ремонта СВРК. На данный момент работы в графике. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 19 дней августа составила более 871 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Всего с начала года выработано более 10,78 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. С 12 по 18 августа Комиссия Североевропейского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора провела плановую целевую проверку на Смоленской АЭС. Представитель Ростехнадзора Игорь Соколов подтвердил, что проверяемое оборудование Смоленской АЭС соответствует требованиям федеральных норм и правил. Смоленская АЭС надежно эксплуатирует его и предпринимает все меры для поддержания его в безопасном состоянии. В городе-спутнике Смоленской АЭС Десногорске, который в этом году празднует 45-летний юбилей, продолжается реализация совместной программы атомной станции и муниципалитета «Мой любимый город 2019». Открываются новые социальные объекты, ремонтируются дороги, образовательные учреждения, создаются зоны для комфортного отдыха горожан. В основе всей этой работы по благоустройству города – пожелания жителей. Один из проектов, получивший поддержку области – создание новой игровой детской площадки в центре города. Ее торжественное открытие состоялось 16 августа. В нем приняли участие представители администрации региона, областной думы и муниципалитета. Идею о реконструкции одной из самых востребованных детских игровых зон поддержали участники проведенного в 2018 году соцопроса в рамках программы «Мой любимый город», основанной на инициативе десногорцев. Большинство голосов набрал фонтан. Его модернизировали в первую очередь. Вторым объектом стала детская площадка, на создание которой 1,5 миллиона рублей было выделено из средств регионального бюджета. 1,5 миллиона рублей – концерном «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС. Не последний наш проект в плане благоустройства территории. Я думаю, что данные площадки будут появляться на наших общественных пространствах и будут радовать наших детишек. Современный городок, сертифицированный по международным стандартам, установлен на резиновое покрытие и представляет собой две цельные конструкции, выполненные из металла, пластика и дерева. По распоряжении детворы всевозможные башни, горки, туннели, лесенки, турники, шведские стенки и гимнастические кольца. Дополняют красочный игровой комплекс, качели и песочницы. Строительство данной площадки, собственно говоря, результат реализации программы, которая была инициирована администрацией Смоленской области по внедрению механизмов инициативного бюджетирования на 2018-2019 годы. Проект этот пилотный, он, я считаю, реализовался в полной мере, как должно быть. Мы надеемся, что и в дальнейшем в программе в этой примут участие другие наши муниципальные образования и получат широкое распространение как бы данная идея, инициатива администрации области. Очень хорошая площадка, очень. Хотелось бы, чтобы их было больше. Город меняется вот за эти 3 года, он меняется в лучшую сторону.
Хотелось бы, чтобы это особенно. Ну вот, например, фонтан, дорожки выложены чисто, и меняют дороги, ремонтируют. Около домов меняется вот это все, все площадки, стоянки, парковки для машин. Ну, в общем-то, очень хорошо. Нам хотелось бы, чтобы все это продолжалось. Ходим с внуком каждый день сюда, теперь только на эту площадку ходит, потому что очень нравится спортивный снаряд здесь. Скажи, что тебе нравится. Мне нравится рукоход, паутинка и кольца с канатом. Все спортивные снаряды нравятся. Хотелось бы, чтобы в каждом микрорайоне такие были, потому что очень много детей. Я из Обнинска, мне очень понравилась и новая площадка. Больше всего мне здесь нравится вот этот вот мостик, который там досочки качаются. В выставочном зале историко-краеведческого музея открылась уникальная ретро-фото-выставка «Город молодости нашей», посвященная истории строительства Смоленской АЭС и Десногорска. Тема выставки выбрана не случайно. 14 сентября Десногорск отпразднует свое 45-летие. Несмотря на молодой возраст, наш город имеет свою уникальную судьбу и историю. Здесь живут замечательные люди, первостроители, ветераны, каждый из которых внес неоценимый вклад в развитие атомной станции города. На выставке представлено более 70 исторических фотографий. Ее цель – показать, как зарождался Десногорск, рассказать, какой непростой, но значимый путь проделали первостроители, чтобы заложить прочный фундамент в дальнейшее развитие нашего города. Исторические фотографии знакомят посетителей со многими интересными и порой неизвестными нынешнему молодому поколению фотофактами, рассказывают об основных этапах строительства Атомграда. Здесь кадры возведения микрорайонов города, домов, практически всех инфраструктурных объектов, панорамные снимки с вертолета. Это нужно знать молодому поколению, как рос наш город, как создавался. Очень выставка хорошая, наплынули воспоминания молодости. Нам тогда было, мы только-только закончили учебу, было мало лет, дети маленькие. Так что вот, а сейчас вот вся, в общем, жизнь прошла почти, ну, за 40 лет мы здесь живем. Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 22 августа на городской летней эстраде 16:00 праздничная программа, посвященная Дню государственного флага Российской Федерации. 24 августа в 10:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» открытие турнира по бадминтону «Атомный валан» 2019. 24 августа в 10:00 на территории спортивной школы кубок ЦФО по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. 24 августа в 19:00 в Центре культуры и молодежной политики всероссийская акция «Ночь кино». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания.